несколько месяцев здесь кипела работа. В доме на Библиотечной улице закончили ремонт подъездов. Данный ремонт был произведен в рамках программы «Мой подъезд». Это пилотный проект в городе Химки. Да, сейчас по этому проекту будет еще осуществлено 414 таких подъездов, да, отремонтировано. Для покраски стен выбрали приятный персиковый оттенок. Как говорят психологи, он дарит чувство покоя. Кроме этого, обновили краску на потолке и батареях, а также положили новую плитку. Да, разницу прекрасно сделали. И стены... И на первом этаже плитку положили. На всех этажах установили новые пластиковые окна и отремонтировали откосы. Двойной стеклопакет сохраняет тепло и защищает жителей от шума с улицы. Самое главное, что очень качественно сделали изначально и закрыли все двери. Аккуратно все покрасили, потом снимали. Ну, как видите, глаза радует, самое главное. В рамках губернаторской программы планируется отремонтировать в городе более 400 подъездов.